Всем привет! Сегодня мы снимаем новое видео в игре. Ну, не знаю, как игра называется. Ну, тут слаймы. Давайте построим тут домики вот так. Сейчас построим баррикады. Поставим, наверное, еще сюда домик. Как тут прыгать? Ладно. Давайте поднимемся наверх этого дома огромного. Если получится. А, не получится. Ну ладно. Тогда давайте поставим домик вот тут вот. Вот. Блоки. Давайте лестницу построим. Из блоков. А потом просто кучу блоков натыкаем рядом. Что-то это. 10 секунд осталось. Сейчас берем рогатку. Тут можно не только рогаткой сражаться. Тут посмотрел вот магазин. И вон тут можно идти покупать оружки. Сюрикен стоит 500 кристалликов. Тут есть квесты. Будем выполнять квесты. Угу. Главное не упасть в самый низ. Иначе я проиграю. Ну, хотя нет, почему? Я же могу забраться. Давайте закидываем эти слаймы. Пока попасть не могу. О, давайте, давайте. Сейчас сломаем черный слайм. Все, мы убили один слайм. Убиваем еще. А прикольная игра. Я не знаю, что. Егор не захотелось ее снимать. Он свой подсимулятор уже задолбал играть. Так, давай. Спасем челика. Так, что у меня там по квесту? Одного с вами я уже убил, двух даже. Так, надо 13 блоков поставить, построить. Ломай. Давай. Уже почти сломали. Они очень мало прорвали оборону нашу. У нас обороны дофига. Ну, вроде бы. Нет, они прорывают первую линию обороны. У меня уже 176 кристалликов. Я почти накопил на щенке. Ну, как сказать, почти. Они прорываются, надо ломать те, которые почти прорвались. Или которые уже прорвались. Ломаем. Ломайся. Все. Тут чел пришел с дробовиком. Так, ломаем. Помогай, мы сейчас проиграем, а то. Вот, что делать к сюрикенам. Так, ломай, давай, стреляй. Давай, и есть, еще один сломал. Ёшки-матрёшки, мы сейчас проиграем. Главное не умереть, ребятки. Ёшки-матрёшки, они уже внизу, прямо подо мной. А нет, их нет пока. Они еще погибли. На. Я посмотрю, что они там по квестам. Я иду 13 человек. О, еще есть, еще. Еще один. Блин. О, там. Нифига себе, их тут еще много. А я думаю, их мало. А мы тут, походу, сразу несколько волн выживаем. Так, есть, сломал. Давай. Камушки. У меня уже 437. Я не обратил внимания, писал. Почему так на сюрикены? Опа-на, скидываем. Так, давайте дальше закидываем. Ого, прикольный режим, что тебе не понравилось? Берешь так, закидываешь просто. Давайте закидываем эти слаймы. А, все, я могу купить. Все, покупаю сюрикены. Я теперь шуляю сюрикены. Да, нифига себе.
Где все с вами? Все, мы пришли. Мы пришли. Все, мы пришли, офигеть. Офигеть. Так, значит, мне надо 52 предмета поставить. Ну, сейчас тогда. Надо кучу малючу построить. Все, закончилось. Закончились материалы. Пойду мины поставлю, если они есть у меня. Можно турель поставить. Ага, это донат. Могу бочку поставить. Нет? А вот мину могу, а нет. Все это за донат. Да? Да, все это за донат. Ну тогда до свидания. Вы что тут построили? Как выйти? Алло. Ой, нет, это за донат. Мне надо убить 25 слаймов. И прижить еще для войны. Как сюда? А как это пройти? Понятно. 10-9. Давай быстрее спамся, чтобы мы не считались, как будто бы я сдох во время битвы. Все. Закончилось. Ой, начинается война, вернее. Слаймы, вернее, атакуют. Ой, ё-моё, от моей лестницы мало чего осталось. Я пойду на передовую, на передовой лучше будет, я считаю. Нам нельзя строить. Оба, на передовой больше денег задают, зарабатывают. Как туда забраться? Я не хочу туда, я хочу наверх. Блин, придет чужой. Ломай. Давай. Стреляй. На. Блин, это послабее будет оружие, но зато поскорострельнее. А если скорострельнее, значит мне нравится. Надо сломать, который горит. Так, мне надо сломать еще 5 слонов. Убитусь. О! Вот еще 4, да. 4. Так, давай вот этот маленький попробуем. Ой-ой. Надо сломать тот слайм, который прямо на меня едет. Еще 3 слайма. 2. Мне дали 4 суперслайма. Хорошо. Еще дали. Хорошо. Мне осталось только последний 6. Оставить 52 предмета. Я ее сейчас сдохну. Так. Осторожно. Что у меня там по деньгам? Лук сколько стоит? 1250. Почти накопил. Он, мне кажется, будет менее скорострельный, но зато он будет наносить нормальный такой урон. Давай. Огненную надо сломать. Огненную, я считаю, самая опасная, потому что они поджигают блоки и потом не сгорают. Я могу лук купить. Все, я купил лук. Да, по 32 хп, нифига себе, зато медленно, но зато дофига. Ня, все, нормально, круто. Остался последний квест. О, что за желтые огромные шары? Надо боссы, типа боссы что ли? Блин, он прям на меня едет, не стреляет по нему. Давай. Ой, надо отходить. Нет, вы не пройдете слаймы. Мы будем жить.
Мы будем воевать до конца. Они прорывали оборону. Они прорывали нашу китайскую стену. Ну только это не китайская стена, ну пофиг. Какая разница. Они прорвали нашу главную, нашу первую защиту. У нас есть еще вторая линия обороны. Но она менее мощная. Но у нас еще есть дом. Надо защитить дом, защитить дом. Так, давайте воюем. Да, хочу дробовик, чтобы стрелять по ним. Тут же можно дамаг, ой. Тут же можно дамаг. Вот, это какой, надо дамаг. Что дорого. О, можно покупать все эти штуки. Что это? Я куплю сразу. 19 блоков. И одна кровать. 10 кровать, то есть. Спасибо. Это зачем кровать? Ну ладно. Пусть будет. Для чего-то будет. Почему они могут взять лук? А. Они сейчас прорвут нашу главную оборону. Ой, вторую оборону. Ё-моё, мы сейчас проиграем. Так, класс понятно. Девушки, мы просто сейчас пробуем. Может еще. Последнее, это последнее, это последнее. Это мои блоки, я не дам их сломать этим слаймом. Все. Все. Мы выжили. Давайте тут мы тыкаем что-нибудь. Мне дали квест. Ой, выполнил квест, то есть. Вот, поставим кровати. Может, они чем-то помогут. Все. Я в ноль ушел. Давайте купим один сундук. Вот, 11 блоков еще. Зачем это? А зачем мне нубики? Это зачем? Давайте еще откроем. Машина 10! Дай мне еще машину. Зачем мне машина? Ну ладно, пусть будет. Пусть будут машины. Почему бы и нет? Я не против. Главное это выжить. Ой, время заканчивается. Быстрее надо строить что-нибудь. Надо подняться. А! Все. Время вышло. Надо подняться. Ёшки-матрёшки, что мы тут настроили? Там нубы стоят, дома стоят. Тут вообще вот это все я настроил. Вот эти машины, кровати, блоки всякие. Блин, а ты как всякого всего. Блин, как стрелять? Ну ладно, подожду, когда они подойдут. Может так получится стрелять. Нифига себе, они через нубиков быстро прорвались. Тут какие-то компьютерные столы еще есть. Они как-то очень быстро через нубов вот этих вот проходят. Я посмотрю сейчас, сколько что следующий. Нет, это не надо. Это меч. А зачем мне меч? А, это ножи. Гарпун. Вот дробаш. Можно дробаш 5000 накопить.
Ой-ой-ой. Они как-то это быстро проходят. Сейчас я буду прятаться за свою оборону. Потому что они к моей обороне пока не подошли. Только моя оборона как-то шатается. Не, ну само собой, я буду помогать той обороне, которую прорвали уже. Чтобы денег заработать. Так. Так. Атакуем. Ё-моё. А, меня шатает жестко. Я, пожалуй, пойду на блоки, потому что блоки меня шатают. Ё-моё, моей обороне тоже не сдобровать. Их там слишком огромное количество. Я стреляю по огромному желтому слайму. Я его сломал. Подождите, сейчас посмотрим. Ножи наносят 12 урона, зато скорость у них очень быстрая. 7, 1. Не, я не буду покупать. Я лучше накоплю на гарпун или сразу на дробаш 5000. Я не буду покупать ножи. Ё-моё, жестко. Вон, закрой дверь, пожалуйста. Они ко мне идут, они прямо ко мне. Они прямо на меня. О нет, надо быстрее сломать желтый шар. Все, я его сломал. О нет, все, мне не сдобровать. Если я не уйду, я не выживу. Я сдохну. Если я не уйду, я сдохну. Только раз я это повторяю, не знаю. Но если я не уйду, я сдохну. Вау. Сколько раз я повторяю, я без понятия. Я же почти накопил на гарпун. Офигеть. Быстро. Сейчас накоплю уже на гарпун. Но я его брать не буду. А сколько он гарпун стоит? 3500. А почему мне его не предлагают? Я уже 3500. Ну ладно. А купим еще 1500 и купим себе дробовик. Дробовик купим, проверим, как он работает, и на этом будем заканчивать видео. Классно вообще. Все, ну в принципе я уже выжил, можно просто отойти вот сюда, сбоку, и начать вот так вот стрелять все по ним. Да, видео это крутое прям получается. Тут стреляемся, мы видим, можно сказать. Все, победа. Босс? Это босс! У него 48 500. Быстрее стреляй по нему. Стреляй. Давай. Мы сейчас проиграем. Босс сейчас все сожрет. Ё-моё, мы его снесли только 2000 хп. 3000 уже. Он почти пришел, он почти дошел, то есть. У нашей базы хп мало. У босса дофига. Че, все что ли? Выиграли или проиграли, я не помню. Там какие-то дырки. А? Теперь понятно, это я могу так и набрать. А, теперь понятно, что это означает.
Ты стоишь хотя бы? Нет, он едет, надо стрелять. Стрелять быстрее. Мы ему снесли только 8500. Он уже почти подошел. Не, ну мы выживем, а вот наша база нет. Там, надеюсь, за него даже за то, что мы его не убили до конца. Ё-моё, сейчас убьюсь. Вроде живой. Стреляем. Я возьму, ой, сюрикены, наверное. Фига, я закинул. На автокликер бы еще поставить. Вообще же было бы. Ну, тут сейчас все съест. Вот, у него очень мало хп осталось. Мы ему снесли 20000. Нет, он падает. Нет, он прыгает. Он прыгает. Он атакует свою корону. А зажимать можно было? Я сейчас все, он прошел. Он сейчас проиграл. Все, он прошел. Что с ним? Я все в дом стрелял. Гейм овер. Ну ладно. Еще лучше. А, ну туда теперь хотя бы здесь подняться можно. Бля, чего у меня так мало всего? А, то есть это все. А, то есть это надо постоянно покупать. Так тогда игра фигня вообще поняла. Все, мне все закончилось. Нам даже денег не дали за то, что мы его попытались хотя бы убить. Нечестно, я считаю. Не, ну аватарку для этого видео будет вообще изи рисовать. А хотя, не знаю. Мне же надо еще это. А, ну пофиг, короче, ладно. Ладно, мы подождем. 30 секунд, обязательно. Я тут нашел то, что надо все обязательно покупать. Даже если ты не хочешь, надо это купить. Блин. Интересно. Я вон забрался на вышку, вот. А, да, и сейчас буду отсюда стрелять по слаймам. Да, ну первая волна на изи будет. Нет, ну за это я пойду вниз, наверное, потому что тут там наверху пока бесполезно стоять. Потому что тут слишком все легко. Пока что. Да и тем более то, что у нас что с гарпуном. Два даже чела с гарпуном. Один новичок прям только что зашел, походу. Вон тут еще один челик кидает, нас же, как и я. А я думаю, что мне не предлагали вот это вот. Ладно. Не накопим, значит, мы на дробовик. Ну, тогда ладно. На этом мы будем заканчивать видео. Всем удачи, всем пока-пока.